29 августа. Чувства. Я узнала в Нараноне, что испытывать чувства – это нормально. Однажды я решила, что пришло время для меня начать оттаивать. Я была готова выпустить на свободу эмоции, которые были заморожены на протяжении многих лет. Пришло время мужественно встретить реальность наркомании. Я поняла, что тот, кого я люблю, серьезно пристрастился к наркотикам, и для меня он словно умер. По крайней мере, умерла моя мечта о нас и нашем счастье. Печаль и боль нахлынули на меня. Я знала, что эти чувства слишком долго владели мной. Пришло время оплакать потерю и начинать жить собственной жизнью, ведь только она принадлежит мне. Я готова была начинать свое путешествие к выздоровлению. Если кто-то выбирает отказ от помощи и позволяет наркомании разрушать свою жизнь, то так тому и быть. Это опечалит меня, возможно, разозлит и возмутит, принесет страдания и боль. Но это нормально испытывать такие чувства сегодня, если только я не позволяю им надолго захватить меня. При поддержке Содружества Наранона я сохраню равновесие и чувство собственного достоинства и буду стараться, несмотря ни на что, быть счастливой. Мое счастье не будет зависеть от обстоятельств, которые я не могу контролировать. Оно будет исходить от моего внутреннего «я». Размышления на сегодня. Я готова стараться, даже если время от времени я потерплю неудачу. Я буду последовательна и попытаюсь еще раз. Несмотря на все это, я добьюсь успеха. В это время мне нужно быть терпеливой с самой собой. Скоро я стану сильнее и мудрее благодаря моей готовности работать по хорошей программе и постоянно посещать собрания. Цитата. «Не позволяйте никакому чувству разочарования захватить вас, и в конце концов вы обязательно достигнете успеха». Авраам Линкольн.